Дорогие мои, всем привет-привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И это вторая часть моих покупочек. Это уже такой масс-маркет. И тут будут уходовые продукты и немного подарков. И начнем. Хочу начать, наверное, с органической косметики. Я была, как вы знаете, в городе Чебоксары. Очень хотела попасть в магазин Organic Shop, так как у нас на Украине очень небольшой выбор и не по очень доступным ценам, скажем так. Но, к сожалению, у меня было очень мало времени, и я не попала в магазин Organic Shop. Но я попала в какой-то гипермаркет, и там было чуть-чуть органической косметики. То, что там было представлено, я скупила. И хочу начать с вот такого вот моего запаса скраба, всем известного от Organic Shop, кофе бразильский. Я купила целых 3 банки. Сколько могла унести, столько и купила. Так как здесь очень проблематично это все дело достать, купить, заказать. Что говорить, все уже о нем знаете, все о нем слышали, пользовались. В общем, шикарная вещь. Очень-очень довольна, долго останавливаться не буду, это моя просто мой must-have. Далее, купила вот такой отшелушивающий скраб для лица от Natura Siberica, молодость и сияние кожи для жирной комбинированной кожи. Хороший скраб, он такой довольно-таки нежный, частички не крупные. Пользовалась я им как раз вот в моем путешествии. Мне понравилось, в принципе, кожу очищает хорошо, никаких нареканий нет. Такой, в принципе, хороший продукт. Далее купила я вот такой легкий крем для рук, для ежедневного ухода. Коробочка уже деформировалась, я ее выброшу, как только покажу вам. Так вот он выглядит. Легкий крем для рук, для ежедневного ухода, увлажняет их и смягчает. Я не пробовала никакие крема для рук, кроме облепихового. Тот мне безумно понравился и решила вот попробовать этот. Такой вот как раз не хватало мне такого легкого какого-то кремика. И захотелось опять же от Natura Siberica. Ну посмотрим, какие будут у меня отзывы, еще не пользовалась им. Так, из органической косметики, к сожалению, это все. И перейдем к моим таким небольшим подаркам. Подарили мне немного продуктов от Yves Rocher. Начну с вот такого вот шампуня для блеска волос. Называется I Love My Planet. Не знаю, никогда не было у меня таких шампуней. Был когда-то очень давно шампунь с овсом от Yves Rocher, мне он нравился. Маска, шампунь, не знаю, этот еще не пробовала, очень хочу попробовать и сказать наконец-то свое ревью, потому что некоторые говорят, что чешется голова от шампуня Yves Rocher, некоторые наоборот нахваливают. Интересно, что будет с моей головой, как она отреагирует на этот шампунчик. Так, далее вот такой вот Jardin du Monde Yves Rocher гель для душа. Это у меня фиолетовый рис Лаоса. Никогда у меня не было таких гелей для душа. Пахнет как Нивея, наверное, какое-то молоко и мед. В общем, такой какой-то запах. Посмотрим. Очень хвалят на Ютубе эти гелики Jardin du Monde. Ну, посмотрим. Тоже очень интересно попробовать. И вот такой вот, я не знаю, это пробник или не пробник, жидкость для снятия макияжа. У меня когда-то очень давно была такая, я уже, честно говоря, не помню. Наверняка он ничем мне не запомнился. Такой вот очень удобный вариант для поездок. В принципе, оставлю его, наверное, и для каких-то путешествий, так как он очень удобный. Люблю такие маленькие миниатюрные бутылочки. И подарили мне кучу пробников. Вот так вот они все выглядят. Начну с первого. Это у нас... чего не написано? Наверное, я подозреваю, это туалетная вода, салфетка с туалетной водой. Боже мой, что тут написано? В общем, я не знаю, что это. Тоже какой-то салфетка, аромат. В общем, я подозреваю, что это все ароматы. Вот так вот это все выглядит. Роза Парижа вот написано. Эвиденс, момент счастья, наверное, и вот такие, в общем, ароматы. Не знаю, очень интересно попробовать, может, себе что-то пригляну, может, что-то и куплю потом, в общем, не знаю.
и такой вот, как я не знаю, что такое, как каталожик маленький такой вот, где написано их продукция, цены, в общем, такое. Далее, что я приобрела. Это, наверное, покажу вам 100 рецептов красоты. Такой вот крем для лица, ночное питание с медом. Питает для сухой кожи. У меня закончился в дороге ночной мой крем, и у меня был шок, так как времени абсолютно не было. Я забежала в какой-то гипермаркет и вот схватила вот этот крем для лица. В принципе, у него очень приятный аромат, очень шикарный. Насчет питания, да, он такой жирноватый, и в принципе кожу питал хорошо, она не была обезвоженной. Но прям что-то такое запоминающееся, наверное, нет. Хороший крем за свою цену, в принципе, почему бы и нет. И вот такой вот массажный крем для тела способствует расслаблению. Купила для ног, но так и не довелось мне его попробовать пока что. Вот так вот он выглядит. Посмотрим, буду я мазать и ноги, либо тело. Не знаю, очень интересно попробовать, так как это у нас новинка. Так, далее. Вот еще такой вот пробник. А ты в Роше затерялся. Далее. Покажу вам в такой гель для интимной гигиены. Я самая. У меня была от этой фирмы термальная вода. В принципе, мне понравилось. Нареканий нет. Здесь с молочной кислотой и хрустальным рисом. Хороший такой, мягкий, очень нейтральный. Тоже пользовалась им в поездке. Хорошая штука. Так, и еще немного продуктов, которые вам покажу. Такой вот крем для рук купила для сумочки, но очень дешевый. Вот, по-моему, домашний доктор с чистым телом. Бросить в сумку, такой он, не жалко его где-то потерять, убить, почему бы и нет. И еще пару продуктов. Конечно же, Garnier мицеллярная вода. Я не помню, показывала вам я ее или нет. Или, может быть, только хотела. В любом случае, еще раз скажу, что штука мне очень понравилась. Здесь огромный объем. Мягко, действительно, без всякого трения смывает макияж, с глаз, губ, щек. В общем, все смывает. Очень экономично. Очень давно уже ей пользуюсь, и вот только чуть-чуть она у меня ушла. Единственное, что ее не возьмешь куда-то в дорогу, то есть нужно переливать. Но почему бы и нет, вещь хорошая, безумно нравится. Далее прикупила вот буквально вчера нежные ножки Доктор Санте, спрей для ног, дезодирует и охлаждает. Насчет охлаждения я ничего не увидела абсолютно. Так просто побаловаться, где-то, может быть, с собой в сумочку бросить, босоножки. В общем, не знаю, как-то абсолютно эффекта пока не увидела, пользовалась там 1-2 раза, не знаю, пока ни о чем. И купила я вот такую вот парочку кремов от черного жемчуга. Как-то я шла по магазину, и взгляд мой наткнулся вот на эти крема. Потому что было написано самоомоложение. Не знаю, рекламный ход, либо что-то еще, но меня привлекло. Дневным я пока не пользовалась. Видите, он у меня запечатанный. Ночной я вчера попробовала. Что хочу сказать, отмечу его быструю впитываемость. Очень-очень быстро он впитывается, не оставляет никакой пленки, то есть мне не нужно потом через полчаса специальной салфеткой промакивать этот крем. Не знаю, очень какой-то вот он такой легкий, приятный, в принципе, на лето мне понравился. Единственное, что я не вижу здесь SPF, хотя написано «Ультрафиолетовая защита сохраняет красоту», не знаю. Дневной крем пока, наверное, не буду открывать, потому что у меня еще есть мой дневной, хочу им допользоваться. И пользоваться им, наверное, нужно в паре, я думаю. В общем, интересно дальше распробовать эту марку. Черный жемчуг вообще я когда-то очень давно брала. Не знаю, посмотрю, расскажу вам свои отзывы и поделюсь впечатлениями. Так, девчонки, это, наверное, были все мои покупки. Сейчас смотрю, что я вроде бы вам все показала. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, задавайте. И всем спасибо за внимание.